Всем привет! 29 мая. Обещают, что это будет самый жаркий день мая за 30 градусов температура. Но сейчас 28-29. Я приехал на улицу архитектора Власова, 18, где находится салон красоты, где работает мой мастер Карен. Вообще, раньше здесь была парковка, а сейчас я вижу, что это место парковочное попало под программу реновации. Здесь строят какую-то новостройку. Я здесь не был меньше, чем полгода. И уже все. Уже некогда бесплатная парковка становится будущим домом для кого-то. Ну, а я иду постригаться, причесываться. И надеюсь, что в следующий раз уже выйду в эфир совсем красивым. Та-дам! В общем, помолодел я лет на 10. На самом деле, Карен этот обругал последнего мастера, кто меня постригал, говорит, что у меня там просто трэш какой-то короткий на голове, что не из чего даже стричь, что с одной стороны волосы короткие, а с другой стороны вот здесь вот как спаниели. И он меня сейчас вернул к жизни, сказал, надо обрастать снова. Ладно, еду дальше. Проезжаю автозаводской мост. Справа теперь строится такой жилой комплекс «Зилард», и вот он. Дом знаменитый ЗИЛ, все детство, на нем вот эта надпись моя была, ЗИЛ. Скоро, я думаю, его уже не станет, и здесь будет жилой комплекс, такой огромный объект уйдет навсегда в историю. Сейчас здесь уже сделали дорогу до нашего офиса, бизнес-центра Порт Плаза, а некогда это был могущественный завод, известный на весь Советский Союз. Решил его для истории запечатлеть. Я приехал в наш офисный центр Порт Плаза, потому что здесь у нас оплаченная парковка, месячный абонемент. Бросил машину, сейчас, наверное, зайду куда-нибудь быстро покушать и поеду на метро тут по прямой до Новокузнецкой, всего сколько, то ли 3, то ли 4 остановки. И именно там находится отель «Балчуг Кемпинский», где я сегодня буду проводить мероприятие. Вот такой у меня план. Я только что очень вкусно пообедал в ресторанчике «Муму». Домашняя вкусная еда. И уже прибываю в отель «Балчуг», иду пешочком от метро «Новокузнецкая». Тут, конечно, встать вообще некуда. Отель «Балчуг» — это такой древний, известный отель премиального класса. Помню, что в декабре, когда я работал в нем последний раз, в декабре 2018 года, как раз с той самой компанией, у которой буду сегодня вести мероприятие деловое, то в лифте отеля я встретился с солистом группы «Рамштайн» Тилем. Не знаю, знаете ли вы там в будущем такую группу, но, наверное, знаете. Я, правда, не являюсь ее поклонником, она больше как мной воспринимается, как некий такой стёб. Но все вообще так это, кто об этом узнавал, говорили, вау, круто, ты с самим Тилем ехал в лифте. Ну, ехал в лифте, спросил вам, какой. Он сказал, второй. Мог бы и пешком дойти. Вот отель «Балчуг Кемпинский». Как раз вот в этом самом лифте мы ехали с солистом группы «Рамштайн» в прошлый раз. Но сегодня я в нем проехался в гордом одиночестве. Вот зал «Атриум», где у нас будет проходить мероприятие. Давайте посмотрим, что там внутри. Как-то так. Итак, я уже красивый и нарядный. Идет саундчек у скрипичного дуэта. Сегодня это Вителия шоу. Готовимся к началу мероприятия. Думаю, что все пройдет хорошо. Будем стараться. Мероприятие прошло очень хорошо, успешно. Я был рад видеть четырехкратного чемпиона мира по барменскому искусству Александра Штефанова, которого взяли по моей рекомендации на этот проект. Сашка выступил, как всегда, отлично. И вообще все было супер. И вот уже без 5 минут полночь я приехал на технопарк в бизнес-центр Порт Плаза. Возможно, увижу лису, но это не точно. В полночь тут, наверное, только лисы гуляют.
Очень классное мероприятие, действительно все хорошо, душевно, на одной волне. Пролетело быстро и незаметно. Катя тоже сегодня, где-то у нее был такой проект от ассоциации свадебных агентств, они там тусили, отрывались. Вот, она едет домой на такси, думали, что в Тануке встретимся, посидим, покушаем. Но что-то она передумала в последний момент, когда узнала, что никто из тусовки туда не едет. Вот, и поехала домой. Я тоже еду тогда домой. Таким был этот день. 29 мая. Я совсем пропал в темноте 2019 года. Пока-пока. До завтра.